Минсельхоз России объявил о начале приема заявок по инвестиционным проектам, направленным на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса. Напомню, инвесторы, вкладывающие средства в создание и модернизацию объектов АПК, могут рассчитывать на возмещение 25% от суммы прямых понесенных затрат, если речь идет о животноводческом комплексе, и 20% на овощехранилище. Документы федеральное ведомство будет принимать с 29 июля по 9 августа, поэтому Минсельхоз Чувашии обозначил свои сроки до 5 августа. За последние три года в АПК Чувашии реализовано 13 крупных инвестиционных проектов на общую сумму более 1 миллиарда рублей.